матч, вторая победа, Спартак набирает ход. Вот вы все говорите, что под нагрузками тяжело, а тут не скажешь, что под нагрузками. Ну, перед игрой не такая была большая нагрузка, уже свежий. И набрали, можно сказать, прошли тот период, когда ноги, так сказать, не совсем свежие, не слушаются тебя. Вот. И, в принципе, уже уверенность есть больше, поэтому легче уже играть. Вот, перед игрой в хорошем состоянии подошли, и поэтому все это увидели. Угу. Так и не кажется, что мы под нагрузками. Ты как представитель молодежи, вот скажи за всех, как вам удалось вот так круто влиться в команду, да, вы, то есть уже показать себя не как там молодые где-то на подходе, а реально там делаете игру? Ну, я думаю, от каждого это зависит, у каждого по-разному. Но в нашем случае получилось так, что все чувствуют себя уверенно, это очень хорошо, я считаю. Вот, и по себе даже знаю, если себя увереннее чувствуешь, больше получается. Поэтому все себя на это настраивают, вот, и понимают, что только будучи уверенным в себе, что-то может получиться. Поэтому так. А я, такое поле здесь хорошее, реально на нем играть легче. У нас в России таких полей нет. Нет ли опасения, что вот когда будете в чемпионате играть, так быстро все и хорошо? Ну, сейчас в России... Не то чтобы сейчас, как бы так. Раньше-то я только наслышан был, я играю только 2 года. В принципе, хорошие поля сейчас много где. Так, то есть разницы большой не будет при переходе, да? Нет, я думаю, нет. Единственное, там где-то, может быть, из-за холодов что-то может быть не так. Но опять же, не факт, поэтому посмотрим. Но так в России много где хорошие поля, честно говоря, теперь. Мы, журналисты, ищем всегда даже в бочке меда немножко дегтя. Спартак сейчас так хорош. Еще 2 месяца до старта чемпионата, не растерять бы все это. Ну, так может со стороны казаться, но в любом случае есть над чем работать. Это хорошо, что видите нас такими сейчас, но в любом случае есть куда набирать. До чемпионата еще много работы, вот, поэтому будем играть и еще лучше стараемся будем выглядеть. Приезд Леонида Анатольевича мотивировал сегодня дополнительно? Ну, нам сказали, конечно, об этом. Вот, ну, какой-то там, не знаю... Не то чтобы суеты, а какого-то волнения сильно не было, наоборот, хорошо, хотели показать, что вот как готовимся, так и получилось, и настроение теперь все хорошее. Ну, у вас с Леонидом Арнольдовичем отношения особенные, там фотографии, да, старые. Ну да, по сей день об этой фотографии мне напоминают, очень, конечно, приятный был момент, тогда я еще не особо осознавал, что как так получилось, что, по сути, в историю это уже попало, можно сказать, много об этой фотографии говорят. Приятно, конечно. Ну, а так разговаривать, конечно, особо не доводилось мне там. Вот, по сути, сегодня там, не знаю, 3-й, может, раз и недолго вообще. Не думал о том, чтобы сделать, знаешь, челлендж сейчас 2009-2019. Не, я не думал, если предложат, сделаем, может, потом. Спасибо, Яс. Спасибо.